Всем привет! Добро пожаловать на обзор Kia Rio в кузове хэтчбэк 2012 года выпуска. Стоимость данного автомобиля составляет 530 тысяч рублей. И сегодня нахожусь в Республике Татарстан, город Набережные Челны, автосалон Автореал 16. Этот обзор будет посвящен экстерьеру и интерьеру автомобиля. Также мы откроем капот, багажник, заведем двигатель, послушаем его звучание. Такие ключи. Давайте начнем. На широкий угол открываются двери. Тканевая обивка сидений. Сиденье имеет удобный профиль. Пятиступенчатая механика. Задний. Нажимаете на сцепление. Легко поворачивать руль. Вставки под алюминий, на самом деле это пластик. Рулевая колонка регулируется только по высоте, имеет механические регулировки. Давайте включим фары, дальний свет фар. Также аварийную сигнализацию. Со стороны водителя автоматически стекло опускается вниз. Ну и откроем капот. Пятнадцатидюймовые диски с колпаками. Двигатель четырехцилиндровый, 1.4, 107 лошадиных сил. Спойлер с интегрированным стоп-сигналом. Вставки под алюминий, электростеклоподъемники, электрорегулируемые зеркала с подогревом, подстаканник, ниша для мелочевки, полностью с механическими регулировками водительское сиденье.
Давайте послушаем звучание двигателя. Бортовой компьютер. Сколько осталось до заправки, средний расход. Сколько вы пробыли в пути. Температура, экономичный режим. В этой комплектации не предусмотрена аудиосистема. Кондиционер, температура. Различные зоны тоже. Рециркуляция и задний обогрев стекла. Розетка, прикуриватель, также подстаканник. Я уже упоминал, пятиступенчатая механика с небольшими ходами. Подстаканники, пепельница. Как водителю, так и переднему пассажиру будет просторно, так как эти кресла имеют множество регулировок. Подсветка не хочет включаться у нас. Ничего страшного. У автомобиля отличная обзорность. Главный конкурент, наверное, это Hyundai Solaris в кузове хэтчбэк. Я думаю, будет с чего выбрать. Качество отделочных материалов здесь применяется как мягкий, так и в некоторых местах твердый пластик, также в панелях дверей. В целом впечатление остается приятное от автомобиля. Учитывая, что это не самая дорогая комплектация. Также открывание крышки бензобака с места водителя, что очень удобно. Также на широкий угол открываются и задние двери. С механическими регулировками стекла. Задний ряд сидений можно сложить. Также они имеют крепление для детских сидений. Также очень просторный и задний ряд сидений. Учитывая, что я водительское сиденье под свой рост построил. Вешалка, также подсветка. Регулируемые подголовники. Эту полку также можно убрать. Небольшой багажник. Но я думаю, для городского автомобиля это в самый раз. Также вешалка. Запасное колесо, там краты и инструменты.
кармашки для мелочевки, подстаканник также для мелочевки, ниша. И полностью с механическими регулировками и пассажирское сиденье. Заводская аудиоподготовка на 4 колонки. Просторный бардачок, руководство по эксплуатации. Просторный, стильный городской автомобиль. На этом обзор Kia Rio 2012 года выпуска завершен. Еще раз напомню, стоимость данного автомобиля составляет 530 тысяч рублей. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Берегите себя. И до встречи в следующий раз.